Воспитанница Дворца спорта «Норт» Анастасия Канева завоевала две бронзовые медали на первенстве России по пауэрлифтингу в жиме лежа. Соревнования проходили среди юниоров от 19 до 23 лет и среди юношей и девушек до 18. За медали в двух дивизионах, экипировочном и безэкипировочном, боролись около 200 участников. Разрыв между первым и третьим местом был всего 10 килограммов. Нашу спортсменку опередили девушки из Магаданской области и Татарстана. В экипировочном дивизионе Анастасии при собственном весе в 52 килограмма подалась штанга в 75 килограммов, а в безэкипировочном – в 60 килограммов. Съездила, думаю, что отлично. И тренера тоже говорят, что здорово, молодец. И все было... Напряженка такая была, и было трудно, но я думаю, справилась сама с собой, с своим стрессом и привезла медаль.